Сынок, там у малого скоро днюха, а он уже все уши мне прожужжал со своим компьютером. И не только тебе. Я тебе денежку дам, а ты собери ему что-нибудь хорошенькое. Ну, хорошо, соберу. Здравствуйте. Вот ваш компьютер и гарантия. Наличными или картой? Здрасте, наличными. Мам, давай деньги. Спасибо за 50 рублей. Нам только на термопасту с кулером хватило. Советую вам подняться на 7-й этаж. Там есть более обеспеченные родители. Так, стоп. Я не поняла. А сколько он стоит? $1400, мам. Чего? Не хватало мне еще микросхем в доме по цене моей машины. Так ты сама сказала собрать что-нибудь хорошенькое. Я, пожалуй, пойду на 7-й этаж. Идите. Что за шум? Ты хотел комп на днюху? Ну да, хотел. Так вот, переходи. Почему? Потому что я не банкомат. Меня заскамили на днюху.